Кондрат Крапива, дед и баба. Ехал дедка на кермаш, зверь в навозе, баба. Конник взглянул дарма, да тягнул ее слабо. Мел не более 2 годов, як соседи кажуть. Баба штае, 7 пудов, самоме не важить. Паду с горок, або урась, конь на силу возьми. Стала баба помогать, сидевши на возе. Что ж, коню другий годок. Дык яна забилы, да ногами у пирадок пхне, як моя силы. Кень дурная, бо сгоню. Дед тут бабе каже, ты поможешь так коню, як ворове кашель. Ах ты, елопень старый, баба деда лая. Стоишь тут хоть ты с горы, мне беда малая. Потым, гоп яна с колес, села для дороги, а коня, як чорт понес, где взялись ей ноги. В установах часом есть, пусть такие ж бабы. Здаться, робить яны штось, але справы слабы. Ды така не утяше, скажем ёй нареште. Мол, без вас было б легче, поспробуйте злезть.